Здравствуйте. Представляю вам гитару мастерской Андрея Смолина. Это гитара Telecaster, форма, как вы видите. Ну и немножко о гитаре. Дерево ясень. Это материал корпуса. Гриф клен. Датчики Ильи Фокина. Ну, гриф тоже, видите, клен. То есть довольно-таки классическая конструкция. Из ощущений могу заметить, что гриф очень удобный профиль, достаточно тонкий, плоский, как мне кажется. То есть очень удобный такой скоростной гриф. Но корпус, правда, очень увесистый. Где-то, не знаю, я не взвешивал, но гитара по ощущениям как хороший лэспол весит. Точно не меньше 5 килограмм. И очень интересный вот этот тумблер. То есть в положении вверх у нас классический телекастер. То есть работает нековый сингл, нековый с бриджевым и бриджевый. А вот в этом положении тумблер вниз включается последовательное подключение этих двух синглов. То есть они работают как растянутый хамбакер. В данном случае эта ручка, тумблер перестает работать. И у нас только положение растянутого хамбакера, то есть последовательное подключение этих синглов. То есть как это вот выглядит. Допустим, вот отдельно нек. Довольно-таки громкое и мощное звучание, когда в последовательном соединении включается нековый датчик и бриджевый. Ну и теперь покажу отдельно тембры, какие получаются. Нековый датчик отдельно. Нек бридж. Бридж.
We'll be right back.